Чем переделываем, ребята? Это быстро сохнущая пластырка Dry Dex, которая за 15-20 минут высыхает. Финишная. Она вот такого пинкового цвета, розового. И когда наносишь, вот я уже подчистил, заклеил тейп. Когда буду наносить, вот так отсюда и вверх. Она розовая, высыхает, становится белая, можно сразу наждачкой, точнее с панчиком таким 400-кой зачистить и все, и готово. Потом загрунтовать и закрасить два раза. Вот такая вот работа после горя мастеров. Ребята, уважайте других рецемастеров, которые приходят после вас и что-то делают. И будьте внимательны друг к другу, потому что это переделка, это воспоминание всех родных того мастера, который вот это сделал. Всем пока.